рассмотрим задачу об операторе «не». Оператор «не» — это унарная булева функция. Что это значит? Это значит, что эта функция принимает всего один аргумент. При этом этот аргумент может быть либо нулем, либо единицей. Оператор «не» задается таблицей истинности. Поскольку у булевой функции может быть только два типа входных значений нули и единицы, то в этой таблице будет всего две строки. Если вход в оператор «не» равен единице, то оператор «не» должен возвращать 0. Если вход в оператор «не» равен нулю, то оператор «не» должен возвращать единицу. Представим этот оператор в виде одного нейрона. Как сделать такой нейрон? У этого нейрона должен быть один вход, потому что у оператора «не» один аргумент, и один выход, потому что оператор «не» возвращает одно значение. Итак, вот схема этого нейрона. Какой выбрать функцию активации? Ну, для простоты выберем функцию активации пороговой, как это было уже сделано ранее. Итак, задача. Подберите два параметра. Вес и смещение. Так, чтобы получившийся нейрон выполнял операцию «не». То есть, y должен быть равен нулю, когда x равен единице, и y должен быть равен единице, когда x равен нулю.